Матч у гарадкі, мастацкі пленэры, творчыя майстар-класы, вялікае свята, прысвечанае дню піянеры. Разам з настаўнікамі ладзілі сёння школьнікі Мінскай вобласці. Яны сталі ўдзельнікамі танцавальнага шоу і пазнавальнага квесту. Падчас мерапрыемства піянерскі гальштук уручылі 80 вучням. Самыя актыўныя піянеры цэнтральных рэгіёна адзначаны дыпломамі і падарункамі. Дети с удовольствием сегодня продолжают тимурское движение. Они с удовольствием идут к ветеранам Великой Отечественной войны, ухаживают за ними. Они помогают детям в детских домах, в приютах, приходят с удовольствием и оказывают возможную посильную помощь. Сегодня дети сочиняют пионерские песни. И у нас в прошлом году появился гимн пионерской организации Минской области. Мы приехали из Милович, вот на такой праздник большой. Вот мы решили организовать вот такой пленэр на свежем воздухе, чтобы порисовать. В пионеры я поступила совсем недавно, позавчера. Мне очень интересно, потому что пионеры, они должны всем помогать, они всегда первые. Только у столичном регионе больше за 65 тысяч пионеров. На протягу года они удельничают в адукационных и волонтерских проектах.